Господи, благослови нас исполнить дело, которое благо и приносит другим добрую память о небе, о вечности. Хвала Себе, Отец, Сын и Святой Дух. Аминь. Значит, суть вот какая. Мы сделали перила, я дальше сказал, и хорошо бы покрасить под цвет флага. Вот, взяли мерку. Я дома сделал мерку. Мерка такая вот. Я взял на нож и ножом буду отмечать, сколько. Вот это вот красная, точно такая рядом, я ножом щиркаю, синяя и белая. Начинается здесь с красной. Прямо от самого начала начнем. После этого две отмеряю. А я опять отмеряю, снова отмеряю. Пропуск две. Хватит это? Хватит. Между ними. Понимаете, может хватит, а может там останется в конце, может, зазор большой. Может отсюда начать сделать, потом с того края сделать сюда, навстречу друг другу. Потом, может, и мы это измерим, там сделаем, и останется, может, там что-то место не закрашенное. Тогда с того конца начнем. Давайте туда унесем. Да и нет, это не с того конца. Прикрой вот эту вот. Ты что, с двух концов начинать можно? С одного и с другого. Идем туда, с того конца начнем. С одного, с большого. Так, нож у меня где? Вон он лежит, вон. Нож возьми. Там гвоздь потом взять надо будет. Водичка тихонечко бежит. Дождей нет у них. Вода не прибывает сильно. Ну, сейчас кинешь жеребий. Так, кому какой краской красить? Угу. Вот первый, кто пойдет. Первый пойдет красить красный. Как после того, как понятно. Второй синий, третий белый. Но какой кому краской, мы бросим жеребий. Ну, что делать надо? А вот сюда пройди, чтобы тень твоя тебе не видна была. Вот так вот. Стой туда. Так, нет, брат, хитришь. Вот так вот. А ты, Володя, свидетель. Я буду краску указывать, какая, и маленько как бы отодвигать. А ты называй, как, кому какая. Так. Кому? Это вам. Мне, да? Да. Так. А это кому? Это Володе. Это Володя. Ну, а тут встретят тебе. Значит, Володина это моя, а это Володина. Володя первый будет рисовать. Сейчас я отмечаю. Запомни, Володя первый, я второй, ты третий. Ну, у нас хорошо понял? Кисточки еще он взял. Смотрите, как я дальше делаю. Сейчас, подожди, он сам скажет. Да. Вот с этого места мы начнем. Вот я делаю. Раз. Видно, нет? Вот. Ну вот, черта. Ну, будет плоховато вот видно. Вот это вот синее. А то вот моя уже. Вот. Видно, нет? А первое вот это. Вот первое, да, вот здесь? Да, вот это первое. Вот отсюда начнем. Ну, чтобы там не видно ее. Так. Первое. Здесь смотри, где вторая. Вот она. Заметно. Третье. Теперь отхожу две. Пустое место. И опять. Чик. Чирик. Я это вот, первое. Давай, вот как первая, вторая, третья, а потом уже две. Пропуск. Ага. И опять первая. Какой-то светофор получится. Вторая. Да. И третья. Ну, а карандаш здесь. Да, надо было. Так, снова две пропускаю. И опять первую. А, ну, подожди, стой. Их же это, они потом могут не закраситься. Дальше. Прям. Вторая. Ты уж слишком дрейфишь. Третья. Я уже потерял третью. Ну, такое же расстояние, смотри, да и все.
Вот оно, вот такое вот расстояние. После этого опять замери. Две пропускаю. И опять первая. Она не отметил, может. Вторая. Ушки без колпачка. Третья. Это, наверное, тут какое-то что-то есть вроде как. Отметь. Ну просто черточка, ее видать. Дальше не залазит. У меня ручка есть. А? У меня красная ручка есть. Пишет хорошо. Ну так давай. Держи. Так, это у нас пропуск. Так. Вот ты сбил меня на какой теперь? Здесь ничего нет. Стартана. Конечно, ножом. Здесь ничего нет. Значит, что у нас? Первая. Вторая. Третья. Тогда я пройду назад, от меня еще легче искать будет. Первая. Будет. Вторая. Третья. Теперь я две пропускаю. Это вот теперь будет отсюда дверью первая. А если ошибка, тут еще уж не сделаешь. Вторая. Ну как? Все льется на белом или на красном. Все на синем. Все, больше ничего нет. Итак, вот эту вот красим. Эту красим. Эту красим. Три. Пропуск. До сих пор эту красим. Одна. Вторая. Третья. Теперь пропуск. Первая. Вторая. Крестик означает, это закрашивается. Так. Первая. Вторая. Третья. Закрашивается. Теперь две. Пропуск. Одна. Вторая. Пропуск. От этого теперь отмеряем. Одна. Одна. Вторая. Третья. Как-то кажется, ошибся где-то, наверное. Куда дело там разберемся. Теперь первое. Вторая. Третья. Точно. Первая, вторая, значит, ну вот видишь, какая ошибка. Ну тогда что ошибка-то? Начнем отсюда и будете красить каждый по одной, через одну, ну, да, смотреть. Ошибка где-то накинул я. Два, три. Так, у Володи прими аппарат. Потом я буду объяснять значение флага. Вот отсюда, от черточки до черточки. За тобой смотри, три пропускаешь, то есть пять. И опять рисуешь. Кисточки у вас в корзинке, да? А? Кисточки там, в корзинке? Держи. Да, кисточка моя в корзинке. В корзинке красные кисточки. Все принеси.
Моя в отдельной баночке стоит. Ошибся где-то. Вот какое маленькое дело, и одна за другое. Моя в отдельной баночке. Я ее отдам Андрею, назад привезти. Красной красишь ты, за тобой я. То есть, давай. Мне ее брать, да? Бери ее. А я возьму синюю. Пошли. Бери красную. Потихоньку открывай ее, бери, ничего, бери. Она перчатки одеть. Не опрокинь. Тут перчатки есть. Ай, не долбишь. Видишь, она как получилась. Где-то наклонил, ее краской надо сейчас обтирать. Потом все может пойти на краску. Вот так вот и дальше. Вот так, все. Открывай. Подожди, я открою. Да я открою. Все, не нажимай. Все, поднимайся. Я прямо за тобой пойду. А Никита белый будет. Залазь. А, как красить-то? Ну как, вот эту полосу красную, да, да куда захватишь-то? И до сих пор, до донизу, и вот так. И крестик там красить Давай. Надо, вот, всю площадь эту. Ну как там известью? Сначала вдоль, потом поперек, поперек, потом вдоль. Да. Давай. Вот до этой вот. Делай вниз ровно. Все, проводи дальше. И кверху маленечко мазни повыше. Все, пошел. Еще ну и снизу, да, снизу, там. Чтобы видно было, что красное здесь. Повыше возьми красное вот здесь, проведи. Все. Еще. Дай-ка я тебе твою проведу. На. Все. Уходи. Смотри, чтобы аппарат тебе не попортило. Я говорил снять. Что-то она жидкая. Может, ее размешать не могу. Ну. Давай. Красный с синим это. Да, зеленый, кажется, получается. Потом назад пройду. Белая. Вот теперь два отмеряй. Вот. Одна. Подожди. Вторая. А может быть, давай не будем, по одной достаточно. Вот так, пропуск одной. Так, это белая, вот она. Угу. Это никакая. Так, подожди, вот это белая. Вот эту пропуск. Теперь маш. Вот отсюда. Отсюда, сюда. Да, вот это красная. Теперь мы лучше это сделаем. Да, Тихон, чтобы снизу тоже закончить нужно. А? Снизу закончить здесь надо. Плохо закончил? Не, не макайте, просто растерите тут. Нет, тут внизу, тут. Внизу, внизу. А так? Да, да. И тут до конца, ну потом... Ну ты говори как. Оп. Ну потом снизу подвести надо просто. Снизу доделать. Ну да. Чтоб вернуть все можно было. Так. Красная, вот здесь вот чёртка, отчеркни ее. Так вот. Вот так. Внизу. Чтоб хватило, смотри, краски. Это уже мультики. Так мы, чтобы за тебя не набрызгали.
оставлю маленько. Потом вернусь, еще подкрашу. Так. Белая до сих пор. Это один пропуск. Дальше начинай. Вот от этой. Вот это твоя. Красно-синее, вот здесь белое. Вот. Здесь пропуск до сих пор. Правильно? Володя, иди сюда. Потом по верху пройдешь. Вот этот белый. Вот это вот. Белое. Белая, вот это пропуск, вот отсюда мерей. Вот это пропуск. Это сказать, белое он рисует. Белое, да. Потом пропуск. Пропуск, вот отсюда начинай. Угу. Тебе видно, нет, эту красную? Видно. Вот, давай. Красная. Я потом о флаге все расскажу. Притом я о флаге рассказываю, я нигде не читал это. Я просто имею откровение Божье. О флаге российском. И это, и притом ни один человек против ничего не может сказать. Почему? Потому что это тайна божественная. Российский флаг — это великая тайна Божия. Красная, притом это флаг вне религиозный, чтобы менять где-то, для всех религий. Вне национальный, вне временный. Что первая кровь, все рождается в крови. И кровью искупляется. Это, в этом нуждаются все. И коммунисты, и не коммунисты. Так, теперь белое. Пропуск. Красное. Залазь по этой. Мазни вот это красное. Так, белое. Пропуск. Красное. Володя, ты вот это мое... конца пойдешь. Потом еще раз пройти надо будет. Да, красное, белое, пропуск. Иди сюда. Синее — это небо. Синее небо меня так манит. Знаешь, что там мой Спаситель Христос? Он на воде поплыл. Голубая линия у священника на ризе. Свидетельство о том. Богородичные праздники они все такие. Так, дальше. Белая. Вот какая. Вот это вот простая. Вот это Володина. А вот это моя. И белое, и при том как, внизу красное, это значит, человек родился, думает о небе, глаза поднимает кверху. Не горизонтально, как в Парижской коммуне было, это ничего не дает, вертикально поставили, горизонтально должно быть. И белый престол, великий белый, такого флага нету. Ну, имею в виду флаг без этой курицы двуглавой. Нет, каракатицы этой, чтобы не было. Вот, это не что-то там желтый, как он... на Украине, желтый там, подсолнухи. Что они-то подсолнухи-то? Как у немцев, черная, Рурская область, волнистые линии, там это море, Великобритания, владычица морей, американские там штаты, это все мирское, все хорошее, да, пускай. Но, однако, это временное. Так. Раз, два, три. Это придется маленько подвинуться.
Так, это белый, а это просто белый, вот он белый. А это ничейный. А это красный. Белый, ничейный, красный, синий. А вот его синий теперь сколько будет? И как раз белый выйдет. Вообще-то здорово. Как это мне узнать, сколько здесь? Палочки-то нету. Вот такой вот примерно. А это белое. Все, синяя краска не потребуется. Я ее сбоку пройду или кто-то поможет мне. Вот, все, прошел. Неплохо было бы и еще на шлюзе там нарисовать. Так, дорогой мой, давай сюда, я буду снимать. А ты начинай белой краской. Только вот эту вот надо сначала закрыть, чтобы она... Так, идет? Идет. А то у меня сегодня включено было больше 1,5 часа. Это очень памятное. Это прекрасное будет людям свидетельство о благословении над Россией. Что с гибелью коммунистического, подлого, убийственного режима Бог дал надежду русскому народу. Все народы мира могут смотреть на этот флаг. Ему равных нет. Не было и не будет. Он говорит о рождении голубой, о жизни и о смерти, то есть о суде Божьем. О суде Божьем говорит. Вот эту брать? Да, бери. Потом промыть надо будет сразу. Все. Поднимайся там и только не прислоняйся. Аккуратно не упади, смотри, Никитушка. Это дело непростое. Давай-ка, год благословить тебя. Так, повыше бери, чтобы поверх ушло. И внизу раскрась. А потом мою синюю подотрете. Во. Там линию где-то увидишь, где она линия. Володя, возьми синюю мою, пройди там где. Нету. Смотри, чтобы на тебя не капало это, а то тебе это... Вот так. Мы это задумали еще раньше, а сейчас вот только исполняем это. Все рождается в крови. От одной крови произвел род человеческий. Так написано. Кровью спасается. Все должны спасаться кровью Иисуса Христа. Буддисты, мусульмане, христиане, язычники, обратитесь ко Христу, ибо нет другого имени под небом, данного человеком, которому надлежало бы нам спастись. Нет другого имени, кроме Иисуса Христа. Верующий в Сына Божия, в Иисуса Христа, имеет жизнь вечную, а неверующий не увидит жизни, но гнев Божий пребывает на нем. Деяние 4:12, Евангелие от Иоанна 3:36. Ибо так возлюбил Бог мир, что отдал Сына Своего Единородного, дабы всякий верующий в Него не погиб, но имел жизнь вечную. И вечная жизнь вот даруется в крови Христа. То есть этот флаг бесконечно много говорит из Библии. Самое главное, белый. Где белый? На каком флаге? И чтобы он был выше всего, то есть суд Божий.
и видела великий белый престол, от лица которого бежало небо и земля. И вот это напоминает российский флаг. Мы проехали с миссией с Владивостока, порт Находка, до Португалии, Лиссабона. И нигде не видели, чтобы на столбах, вот так были большие столбы, круглые, бетонные, железобетонные, высвечивались их флаги. У России вот это вот так раскрашено, если вертикально поставить наш. Вот так подвигается. Рукой сильно не нажимайся на эту, чтобы не прилипнуть. Вот так. С той стороны не надо. Только сверху и с боков. Ну, сверху и маленько снизу. Много не, чтобы не капало. У тебя много капает тоже, как у меня. Пусть кто-нибудь растолкует по-другому свой флаг, чтобы там отображалась не просто область какая-то, или владычица морей, там, или Штаты, или Япония, солнце, или ну, синий, зеленый. Там. Ну, это временная жизнь. Зеленый свет вообще говорит о зеленеющем злаке, о плодоносности. Вот у мусульман он точно отображает. Рожает много, 8,1 ребенка на женщину. Каждая говорит, должна ли сказать ли, что задача стоит подарить Аллаху 5 сыновей. Как это великая задача ставится перед ними. Вот. У других не ставится ничего. Но речь только о рождении, не о спасении. И рожденные они могут быть кормильцами, а могут быть бандитами, родителей убить. А вот здесь говорится, помни о суде Божьем, последние дни твои вовек не согрешишь. А последний – это вот белый престол. Белый. Притом равные полосы. Не напоминает ни о солнце, ни о чем. Просто говорит священным писанием, Святой Библией. Вот кто-то пройдет, чтобы у меня дорисовало. Моя плохо нарисована. Я не видел там голубое. Белое. Раз, два, три, четыре, пять, шесть. О, синее, голубое, тут и толковать не надо. Небо синее. Синее, голубое. Так, Володя, возьми-ка синюю, меня пройди там внизу, подкрась. У меня пропуски там, я не мог. Я боялся. Там что-то осталось еще. Да, там нож. Ну, давай. Залазь. Так. Прислоняться нельзя. Попробуй, как у тебя получится. Тут бы снизу надо пройти в сапогах. Никита, ты сам подкрась, у тебя сапоги здесь? Или пешком пройти босиком? Володя, кверху залазить не надо, ты там прилипнешь к ней. Да, брат, я. Давай вот так. Видите, все время течет здесь чистая вода, ее пить можем, и пили. Ну, нормальная вода, хорошая. Можно было бы и слева нарисовать. А? Вот это пока делает. Все на этом. Сейчас я размещу это, и эту тоже нарисуем. Краска есть. Все можешь. Так, там нет это. Где она находится у нас? Кто? Ну, что, нет-то. Там, там.
так далеко смотрится. Красиво. У тебя ручка где, в сумке? А это пропуск. Вот это вот я его пропуск делаю вот так вот. Замещаю, а потом маленько скребу. И опять. Одна. Вот. Вторая. Третья. Третья, а это пропуск. Я сейчас там уберу грязь. И дальше. Одна. Вторая. Ну и третья. И больше ничего нет. А вот здесь как раз еще одна. Но это никак уже не получится. Одна. Здесь тоже только вверх, и эту сторону. Давай. Ну вот и первый начинаем. Тут можно, наверное, одновременно всем делать, да? Да, давай, Володя, пусть идет. Одновременно двое, а третий снимает. Нет. Володя, давай, брат, передай Никите. Ставь, вот порядок какой есть, мы его порядок используем. Так. Моя синяя. Благодарю. Бери красную скорее, Володя. Угу. С того конца начинай. Что-то я не вижу, где. Вот она, а, вот она. Иди сюда. Вот. Теперь ты делай это. Там? Да, конечно. Красный. До конца тут, да? Да, до конца. Я вот это здесь делаю, потом покрасят. Я чуть-чуть. Белая. Вот это пропуск. Вот я вот пропуск наметил. После пропуска красная. Вот до сих пор это моя. Надо пониже тут взять, у меня не получилось. Синяя, вот это белая, вот это пропуск, вот это одна красная, а вот это синяя.
синяя, белая. Пропуск. Красная. Синяя. Маленько с той стороны тоже мазнуть, чтобы видно было. Краски хватает. И с той стороны тоже мазнуть, чтобы с другой стороны видно было. Синяя, белая. Белая, белая вода, как и пор. Пропуск. Красная. Здесь синяя. Догоняй, брат, догоняй. 28 минут осталось зарядки. А там белая дальше. Записи? Зарядки. Записи уже 36 минут прошло. Все. Я ставлю вот здесь вот где-то краску. Подожди-ка, чтобы легко было найти ее. Нет, не пойдет. Надо на место. Ты сейчас белой крас и одновременно сразу потом мою будешь. Давай-ка. Давай. Потом к Володе или кто пойдет. Начинай с этого конца. Это мы делаем 28 августа 2017 года. Это проповедь. Проповедь Евангелия. Проповедь Слова Божия. На успех Божией Матери, во славу Иисуса Христа. Никто в мире не посягнет повторить этот флаг. Он дар Божий России, как надежда, воскресение из мертвых. Что с ней сделало безбожество, как изуродовало душу, когда люди не знали. Хлынули здесь миллионы сектантов разных, разрушение православия, на котором строилась вся Россия. Без православия не было Руси. Возрождаться начало бесовское язычество, губительное в своей основе, потому что ничего не дает, не поднимает человека выше. Только остается одна кровь, белая, суд не верит, а о небе не помышляют. Вот на голове мужчины, старики, все обруча какие-то натягивают. Их видно, сколько их было. Левашов учил, Петров, Левашов, Николай, Петров, там Константин, генерал. Вот он твердохлебов какой-то. Так, держи крепко, не урони баночку. Все это сгинуло, говорит, поразила его небесная энергия. Какая энергия? Бог. Бог поразил его стрелой в сердце, как, кажется, Дмитрий Смирнов говорил об этом, священник православной церкви Московского патриархата. Прямо. Без веры в Бога угодить Богу невозможно. А верить в Бога нужно по Евангелию. Другого нет. Веруйте в Евангелие. Никита, поменьше хватай туда, это, чтобы меньше на пол падало. Так, Володя, пройди еще пониже, возьми, то снизу видать будет, что не прокрашено. Вот так. Во-во-во-во. И здесь тоже. Я спрошу вас, как вы думаете, на шлюз проехать нам? Там ограды такие у нас замечательные. Можно... Здесь не хватит. Не хватит, да? Ну все, на этом конец. Сейчас кисточки промажете. Я-то не ошибись, Никита. Рисую с той стороны около синего. Ты, Володя, сейчас возьми синюю, это мою, и прокрась. Я так только внешне показал границы. Сегодня все утопает в крови. А мы призваны напомнить о небе. Бога легко искать, Бога легко найти. Бог – это благодать. Бог – это свет в пути. Он говорит, я есть свет, истинная жизнь.
И никто не приходит к Отцу, как только через меня. Евангелие от Иоанна 14:6. И занимайся сим постоянно. Вникай в себя и в учение Господне. 1 Тимофея 4:16. Поступая так, спасешь себя и слушающих тебя. Бог призывает нас знать Писание. В Адаме все умирают, а во Христе все живут. В Адаме умирают – это кровь. А во Христе, уверовавшие, все живут. Белый престол. А сине надо прожить так, чтобы жизнь была пренебесная, с небесным органом. И когда человек верит в Бога, Бог обильно благословляет его талантами, притом редкими талантами. Вот Ник Вуйчич ездит, ни рук, ни ног нету, а сколько он о Христе говорит. О Христе. И нигде не видно, что он печалится. Только Бог мог сделать так. Белый, непонятный, великий престол. Страшный. Что ты сделал, Адам? Через тебя все мы умираем. Третья книга Ездры. Когда мы считаем седьмую главу, ужас охватывает. Все умирают. Все лишены славы Божией. Нет праведного, нет ни одного. И только благодать Божия, только любовь Христа. Он есть любовь. Бог есть любовь вечная. Но для того-то явился Сын Божий, чтобы разрушить дела дьявола, который привел к смерти. И вот мы это делаем, и нам выгоды никакой от этого нет, кроме одной же радости во Христе. Кто-то вспомнит, проезжая, посмотрит и скажет, так это российский флаг нарисованный. А что есть российский флаг, вот тут и надо объяснение дать. Это проповедь Евангелия. Такого флага никогда не было ни одной страны и быть не может, притом в равной степени. Родился, все одинаково рождаются, как Соломон говорит, и нет другого выхода. И зачат я в услаждении, говорит, родители со сном, и криком обнаружил свое рождение от семени, сгустившегося, как творог. Какие выражения удивительно у Иова, у Соломона. Это все в красном. А синее – это откровение Божие, это Евангелие. Подражайте мне, как я Христу, говорит Павел, апостол. Подражать Христу – это жить для неба. Посвящая все имени Иисуса. А в великом престоле только кто не убоится меня, говорит Господь Бог. Притча Соломона 1:7. Начало мудрости – страх Господень. Только неразумный отвергает эту мудрость. И как тут сделано, у нас проходит техника большая, тяжелая, камень. Говорили, пойдет там, еще дальше будет проседать, ничего не проседает. Трактор удавил все это, то есть бульдозер. Вот так, поэтому, чтобы ехали, положили снова камни. Главное для нас теперь, что будет весной, как вода пойдет. Широко или нет. Заготовили с той стороны и с другой бутовый камень. Кирпичи. Вот. Хотели внизу покрасить? Нет, это под ногами будет. Вот когда весной пойдет вода, здесь легко можно будет вот поэтому встать и пройти на ту сторону. Больше выше она не поднимется. Этого не может быть. Она уходит. Ну, здесь она может подняться сантиметров на 20. Вот тут загородили, чтобы она дальше не размыла. Слава Христу! Этот флаг один на весь мир. Так, красный свет остался, если покрасьте вот эти палочки две. Нет, нет. Вот это ставят вертикальные. Нету, нет. Ну, посмотри, стереть, может быть, целлофана. Целлофана. Нет, значит, синим покрасить. Там и там палочки вокруг. Вот это со столбом вместе. Прямо вот эту планку? Да. Эту и со столбом. Так? Да.
Вот так. Чтобы обратили внимание, что здесь дно каменистое, не боялись проехать. Так, Никита, давай. Снимочки сделай. Видно, что? Так, теперь и столб покрасят, этот синий, чтобы был весь. Краска у нас есть. Все, сразу отмойте все эти кисточки. А я Андрею Устинову отвезу, который он мне дал. Вот этот розовый цвет. Он не совсем как бы красный, ну красный. Ну, маленько розоватый, как бы разведенный. Вот камыши здесь положили, в камыши лопаты. Пришли, и нет ничего. Это Павел бетонный делал переход. Ну, видите, так не получилось. Коровы тут не залезут и прочее. И здесь у нас еще две машины. Всего три машины бута лежит. Если внизу вода подтощит каким-то образом, то все это можно забутить заново. И поработали здорово здесь. Жалко, что не хватило красной краски на шлюзе. Так, все, запечатывай. Каждый повезет свою баночку и свою кисточку. Так. Отмывать-то что? Там отмоете, дома, в этом, в керосине, скипидаре, бензине, я не знаю. А с той стороны надо, нет? А? С той стороны надо, нет? С той стороны обязательно. Обязательно даже. Послушные ребята. Во славу Божию. Мне радостно с ними, с сыновьями с такими. Я вот на занятиях вел в университетах, в 5 институтах, и записка идет. Мы давно с мамой ваши духовные дети. Вот нарожал, говорю, а знать не знаю. И сейчас пишут новые и новые. Вот это вот Рахиль. Казашка. Пришла от свидетелей Иеговы. Это не просто так пришла. Из великого страшного заблуждения. Их даже еретиками нельзя назвать. И она стала православной. Крестилась, говорит, дочь, два внука. Там Ревекка, и кажется, и она Рахиль теперь. Ну и там Марк и Рафаил. Прям целиком с той стороны тоже. Красиво смотрится. Так, покрась. И надо сверху пришлепнуть, чтобы туда вода не попадала. Пониже туда, до земли буквально. Прокрась. А это вот старики поставили столбы. Мост был. Хотели там пилить, я сказал, нет. 6 столбов. Они их, видимо, лиственница зимой срезанная была. И потом, может быть, один год в растворе извести держали они эти столбы. И вот около 100 или больше лет. По Теряевке в следующем году, в 18-м, будет ровно 200 лет. Я помню, тут это все еще стояло. Ну, разломали. Может, умышленно. Тут вот дорогу-то вели. Перед 91-м году перестройка началась, и все рухнуло. Вот она видно. Вот она возвышение. До сих пор дошли до второго мостика, и на этом дальше нет ничего. Все? Так, закрась там, зайди туда. А то так нехорошо выглядит. Шагни туда. Залей, вот так. Все. Ну, это пускай там это, пришитая тряпочка. Так, вниз сойди туда, прокрась его, чтобы видно было, что до конца он прокрашенный. До
сохранит Господь такое свидетельство о российском флаге. Флаг, внушающий великую надежду, возложить все упование на Бога. Какие правители придут, это зависит от Бога. Какие мы, такие правители. Хотя в церкви, говорят, каков поп, таков приход. А здесь так. Есть такой рассказ, когда царя Маврикия убил военачальник Фока, и он убил всех у Маврикия. Добрый был такой царь, все. Что-то она так закачалась, я подумал, не оторвалась ли два гвоздика-то. Ну да, то надо найти проволочку привязать. Никита, посмотри везде алюминиевую проволочку, может найдешь. Надо привязать здесь. Захвати ее сюда. Может быть, она хватит. Еще погляди, может здесь соединить. Гвоздика рассохлась, она дернула и упасть может. А мы не каждый день приходим. Вот это вот. Верхнее счастье. Вон оно, видишь, гвоздик движется. Вон. Здесь? Да, здесь. Затянуть надо. Не хватит, да? Эх ты. Попробуй, затяни. И вот праведник один молился в пустыне и говорил: Господи, за какие грехи ты дал такого нам президента или царя? Не прислоняйся только. Что он тут делает? А Господь будто бы голос раздался и ответил: долго я искал, хуже, но не нашлось. И поэтому в 17-м году этот упырь пришел, безумец, сатана в образе человека, и погубил царя и великих княжон, невинных совершенно, невинных к стенке поставил. За брата мстил, паразит. 100 миллионов на его совести. Большего злодея не было. Это десятки гитлеров этого не сделали. Ну-ка попробуй. Если был бы, конечно, инструмент, можно было бы. Как плохо, что не оставили здесь. Никак нету. Сними одну оттуда. Какую-нибудь. Вон с того столбика, вот это вот, вот. Да-да-да-да, вот это вот, большого, сними. Вот, тащи. Нашел бы. Гвоздь рассохся. Всегда надо что-то запасное иметь. Так, Никита, иди проверь, там до конца ли прокрашен столб. Запечатаем вся краску и поехали домой. На ту сторону переходи. Сильнее затягивай. Пониже опускай, пониже. Ну-ну-ну-ну-ну. Ну и все, пошли. Охо-хо. И все, что не начнет, успеет. Первый псалом считайте, вот у нас так. Что не задумаем, все получается. Прокрасть до самой земли. Это очень резко бросаться будет в глаза. Даже она не красная, а синяя, и то... Ну как? Отлично. Крупно, да? Да, вообще красиво смотрится. Красиво. И здесь голову повернет, тоже красиво. Все скажут: ой, патриоты какие, нашлись тоже мне. Нас судить за это кто-то будет, а мы будем радоваться. Это божественный флаг. И обладание одной России – это несправедливо. Этот флаг нужно в каждом государстве вывешивать. Мы были в разных государствах, и когда ходили там мимо где-то какие-то ассамблеи или что-то, и видели этот флаг, сердце радовалось. Там мешочка нет с салфаном? Все на этом. Давайте помолимся. Господи, благослови это место и благослови нас, и сохрани от всякого рода зла народ Твой.
Мы так нуждаемся в Твоем благословении. Благослови наших братьев и новопредставленную рабу Александру, упокой в обителях небесных. И всех нас доведи и введи до желаемой пристани Царства Небесного, дабы в вечности нам быть с Тобою. Хвала Тебе и слава за все, Отец, Сын и Святой Дух. Аминь. Аминь.